Короче, тут у нас что? Паука поставлю, сейчас закручу. Закручу паука. Так, тут 4 болта найти. Сейчас треба погубилось еще. Сейчас пойдем шукать. И буду ставить боковую кулису. Она тут у нас в первый раз укомплектована. Короче, что тут не хватает? Тут должна быть пружинка. Там лежит такой подшипничек. Шарик, где оно придавливает. Чтоб кулиса ходила тяжко. Як-то так, тут выкрошенный датчик заднего хода. Заглушим так чем-то. И все. И тут пластинку треба найти и вырезать. И поставим. Будем уже складывать эту боковую кулису у нас была. Так что смотрю, что я не крутил. И тут все цело. Это некие мыши, мабуть, не кручено. Тут тоже регулировка на этом болте. Регулируется зазоры. Передач. Чтоб совпадали. Так, паук, мабуть, все на месте стоит. Так, 9-я передача. Что там? У нас по 9-й передаче где-то она. На месте, мабуть. Короче, на нейтральном. И сейчас сбираю. Это и вот пережму. Внутренний пас скручиваю. Что тут у нас? Сейчас пойду болты шукать. Тут у нас на сколько? 14-17. Как-то так. Жара на улице стоит просто вообще сильнейшая. Жара началась. Были недавно дожди, резко жара пришла. Так даже вот это и разлеглись. Что с тобой? Спи, бедный, жарко ему. Лежите так. Он то лахман, это Джек. Ах ты, бедный. Ну и что тут, комбайн, колесо. Сняли с комбайна колесо. Это колесо снял. И я сам снимал. Подкрашенный сейчас трохи плоховато. Чтоб не поехал он. Да и колодки так стоять плоховато. Тут вообще колесо что спустило. Вот тут специально под денкрат. Вырезка такая. Почистить барабаны треба. Как-то так, там то само колесо. Стоит. Это колесо. Треба робить. Я не знаю, как ее забортировать. Мы чуть ее разбортировали. Чуть разбортировали это колесо. Ну, там камера вообще как-то. Было тяжко снять камеру. Она как-то натянута на диск. Может, камера не такая? Кто его знает? Она же и такая. Короче, сейчас пойду найду болты с гайками. И будем собирать. Этого трактора. Боковую кулису. Сейчас поставлю кулису и его красить треба. И дальше сбирать. Распределитель, думаю, снять, вынести. Может, взад. Тут придется это вот под шланги переоблять. Переходник варвать. Как-то так. Ну, все. Ждем видео. Новый контент. Ждем. Скоро приду. Короче, что тут? Нашел вот такие два болтика и две гаечки. Сейчас поставлю камеру. Сейчас поставлю и покажу, как это все зажимается. Зажимается все по-простому. Сейчас поставлю камеру. Подожди. Не все так просто контент снимать, робить, производить. Так кажется, снял блогерство. Так, что это там? Запись идет, да? Короче, зажимаем вот этот вот болт. Зажимаем этот, потом этот. Там, с этой стороны. Крутим, не спеша. Главное не спеша крутить, чтобы все равномерно зажималось.
Так, тут у нас на 19 разные болты, какие нашел, такие нашел. Просто разобрал этот трактор уже год назад и погубилась. Вот так, ну это на работу это никак не повлияет, все будет крутиться. Нажимаем равномерно. Работа это не повлияет, я еще раз вам рассказываю. Я это знаю, уже все время робил на этом. Вот что все будет добро. Нажимаем на с усилием 2 килограмма. Не 2 килограмма. 10 килограмм. Нажимаем с усилием 10 килограмм. Один. Вот так вот. Ну я рукой зажимаю, я уже знаю, как это. Как чувство треба. Нету технику болты. Каждый болтик треба чувствовать. Ничего сегодня так просто не робится. Все робится. Если хочется, чтобы робило все добро. Робите по инструкции. Короче, паук зажатый. Дальше. Что нам дальше? Сейчас я. Так, нам что сейчас понадобится? Кусок резины и сделать прокладку под крышку. Но это не главное. Тут сейчас нам пережать вот эти вот болты. Раз, два, внутренние. Они держат коробку КПП к заднему мосту. И это вот пережмем два болта. И дальше так что будет все добро. И дальше я буду высекать с резины прокладку так, как сюда. Вот я придумал такие прокладки. Это и паранитовые все текут. Купляешь новые, так там вообще такая тоненькая паранитовая прокладка. Она течет. Я и на герметик ложил. И придумал я такую вот с резины, с камеры, с покрышки. С камеры. Любой камеры врезается резиновая прокладка простая. И она ужимается, и маслица вообще не пропускает. Все качественно. Сейчас будем вырезать сюда вот прокладку из резины. И укручивать кулису. Сейчас найдем болты. Посчитаем. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болтов малых и 2 длинных. Как-то так, сейчас будем шукать болтики на кулису. И дальше высекать буду прокладку с резины. И укручиваем это все. Дальше. Это вот все выкрутится, снимется, выкинется это. А сюда вот расколол я. Короче, перенесем рычаги в другое место. Я так решил. Я это реализую, этот проект. Короче, тут произошел такой невеликий инцидент. Зарубил я. Сейчас покажу. Короче, с этой крышки тут должна быть пружинка. Найти тяжкой я буду. Ну, найдем. Так, тут что-то не двигается. Уже год мы прожавело, вот пошло. Двигаться. Так, трохи. Ржавчина присутствует. Ну, это... Ничего страшного тут нету. Соединяется так и так. Ну и все. Сейчас пойдем найдем и буду сбирать детрактор. Как-то так. Трактор оснащен дизельным двигателем. Детройт. У нас установлен Детройт. Раньше был камень, ставили, но сейчас перешли на Детройт. Как-то так. В сегодняшнем видео я хочу рассказать про бортировку колеса КЗС-10. Да.
Так, сейчас будем одеты. Иди ключ компрессор. Сейчас накатываем колесо с помощью компрессора. Там разложили. Мы накатаем колесо, чтобы разлеглась камера, чтобы ее не зажевала потом. Перед этим, вот как накатываем колесо камеру, выкручиваем лучше. Это как его? Это что это, как называется, где выкручивается? Кого? Это? Не знаю. Просто выкручиваем свой клапанчик, чтобы накатывалось быстрее. Да и вообще, такие колеса великие, лучше откручивать, оно было быстрее. Показать рыбки. А? Рыбки показать. Пускай! А, ты добра. Кота, спеша. Да пока что нас сбегал за карту, что... Дельфина. Это дельфина. Да. Радиальная подписка у нас получается. А я как? Диск поднимается, подписка катается и сам справляется. И за что радиальная? Вот этого человека не знает, что радиальная подписка. Ага. Это... что? Расположение полки, где радиально. Она нужна сюда. Не начинай. Как она будет пахнуть? Значит, доказывай. Как она будет пахнуть? Все подпишись. Мне кажется, что это не шокирует. Доказывай, что нет. Сейчас лучше активить, чтобы она прижала прокладку, чтобы она не прижалась. Чтобы короче, что тут у нас? Сейчас это вот колесо опустим на доску. Это вот колесо. И начнем бортировку. Бортировку мы будем производить сами. Ну что, пускай. Давай, хватит,
Короче, поставили. Сейчас я иду, отключаю компрессор, чтобы не катал. Чтобы звука не было. И будем пробовать восстанавливать. Сейчас покажу. Восстанавливать по крышку диск. Бом. А? Ну что, такая покрышечка, да? Сейчас подниму. Подниму штатив, чтобы нас не мешало. Да, такие подписчики у меня. Дальше что? Хлорники пойдут под мешок. А? Лом. Ломики, а где лом? Надо треба спускать. Спускаю, да? Да. Хай время отходит. Выходим? И сунь там по крышку, чтобы прошипнешь. Надо поднять погнуть на стену. Здесь и покажешь камеру не надо. Нет. Нет. Где не надо? Тут вот. Понимаешь? Здесь засаживается? Вон. Да, вот так вот происходит бортировка колес. Ждем, пока спустится. Будем сидеть потиху и не спеша. Бы. Главное, чтобы было все. Добро. Помолимся. Да, помолимся. Иисус поможет нам колесо это поставить, забортировать. Может, завтра уже и выедем на комбайне GS10. Проверим его. Бо пригнали, так и не заводили его. Вот, треба обшатель выгнать, туда и загнать, да? Бо, давай посмазать все. Ну, это треба солидово купить. Ну. Отмазаться. 16. Тут есть специальная книжечка. Масленник комбайна GS10. Это не книжка, а 70 на странице. Может все быть. Я долго покажу, долго сидеть. Но. Я не планирую сейчас скажу. Я хочу быть немножко поднял, да? Колоду треба накидать. Тут треба добра колода, а нет мусор. С этой колоды треба ты цели покинуть. Где ты и березовые? И он заводно. Мог бы остаться без колоды. Сейчас буду поражен, что я. Хорошая, лучше так не ставься. Он подынкаженный просто, плохо поехал, может упасть в комбайн. Дальше мы не сможем его поднять. Короче, сейчас невеликая пауза будет. Тут что у нас? Обозначение шин. А
Два. Кого что две атмосферы катаются давление в шина? Шинное давление 2 атмосферы. Катается. Мне там правда смешно, что так мало наложил ты в колос. А мне самое смешно, что таких тоненьких подлавков. Это на мусора наложено. Мне все остались, если мне прикупить. Это тоже хотя бы нечто подложить, поставить на спину или там бортовую поставить. Тут хотя бы круглая будет, это тоже важно. А это он все время так ловит. Не, что еще видно ловит? Здесь под колеса. Так, сейчас приду. Я даже не знаю, что сказать про это. Это тяжко сказать что-нибудь. А коробки вы ехали с этим хат? Что может поехать, не знаю. Я бы так вот наложить. Фильм, я не поленил. Вот было под инхат, но не подсунуть. Он еще и забить, не забить. Ну что для бенца ты заводил, на чем ты не поставил? Колесо мешало, потому что... Лучше может быть инцидент в любую минуту, что может комбайн просто упасть. Вот и он там этот мусор так по-тупому наставил. Да. Колодки, это просто я не знаю, это и он робит так, он то... Оно выкрутить. И все. Пила треба нарезать шпал. А носил патету. Еще не сильно так, чтобы все не умяло там. Помощью и мне. Может, оно понятно,
Там крестородец. Где он? Свиней кормить? Да. Показывай, кто ходится. А? От я. У нас семья с атакилом. Вот такой ломишек. Это специально профессиональный лом. Это ведь и самолетчик это. Угу. Так. Камазовский ломик. Короче, и два человека. Андрей, ты не так робишь. Дай, малыш. Ну и такой ломик. Запах подсолнуха. Давай. Такой смолкий. Давай, поднимай. Я еще не засуну туда. Ты не засунешься? Нет. Смотрите, там покажи мне. Пошупай. Что ты мне ногу давишь? Убери свою лапку оттуда. А что ты крутишь вообще? А для чего он близко так? Тут я хочу вытянуть. Вообще, эту пломбу так вот держать. Давай просовывай туда. Ты кот. Вообще по-доброму треба было оттуда начинать. А, да. А давай, ну, пойдем я. Отсюда сюда кофе. Да? Да. Вот так отсюда. Все робится, главное не спешите. Любая работа должна производиться не як для человека. На. Тут. А як для Иисуса. Это спорт, что ты сам понимаешь. Я перебью. Плохо засунешь. Я не знаю, могу быть ближе камера. Тут была камера близко. Но лучше бортировать с тремя человеками. Кувалда твоего. Принеси? Оббивать, да. Треба бортировать с тремя человеками, чтоб вот один пошел, ломик выскочил, там начало подниматься. Не будь смутный. А? Выскочил лом. Ты.
знаешь, Леша? Они сильные бабы. Ты правда, чтоб третий шейк был. А по-доброму 4. Василь, я позвоню. Не прыгай сегодня. Гвалт тебе. Гвалта. 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 Треба, чтоб один человек отбивал в миссии. Я знаю, чтобы отключить на лица. Лучше использовать 3 человека, а что она повернулась сюда? Оно и было так. Мать, Сергея позвать. Там тебе пусть будет опускаться? Он таки нет. Я не думал, что Сергея было лучше. Сейчас ничего. Прошу вам, чтоб камера не прошипнула. Дальше не сядет, там сосок мешает. А сядет. Не можем разворачиваться. Смешно, да? Но. Да, получается, права не имеешь прицеп. Не гоняться. Вот им. Такие сидят, а думают, у них что есть тиктоки. Мы же водители в тиктоке. Снимать видео на дорожников кидается.
ты. Ты кто ты там? Вы профессионалы. Постепенно осаживаем, чтоб да. Тут главное молиться, чтобы было все добро. Чтоб Иисус помог. Главное иметь ломик с таким вот пазом. Так, оббиваем. Отжимаем ногами. Так, подержи. Можешь лапкой наступить. Ломик двигается. Ломик такие мерзкие. Обидишь такого. Оно было все, если ломы были добрые. Да. Давай, Женя. Давай. Дай лом. Раскладывай дух. Короче, все. Потихонечку. Главное отбивать. Дай мне. Иди, а можно цепить ногой? На, жми. Вот и все. Короче, покрышка вставлена, забортирована. Помог нам Иисус Христос. Да, нам Иисус богат. Давай, вытяни токер. Токер хочу не треба, Андрей, был по-доброму. Я не понимал, для чего он. Треба, не. Вытягиваешь? Не. Давай подними, покажи. Лома, на. Нормально. Все выше. Пускай. Дай лежать. Качай. Короче, сейчас будем накатывать. Короче, забортировать можно было и быстрее. Просто ломы, самые ломы. Треба. И ты вот у нас такие круглые, один добрый лом. Сейчас покажем. Такие вот ломик. Да, это вот такие вот, не выскакивая.
Так его Мика прикатит, не ты, все ровные, они плохие. Ну все, сейчас накатываем и ставим на GS10. А ты выкушал, сосок? А? Флиппер ты всякий. Выкушал? А где, как выкушать? Так. А мы выкусили? Я выкусил. Короче, сейчас будем мы накатывать. Там люди снимают прокат 700 по крышку, как тяжко. Не понимают, что там тяжко. Снять, но разобрать. Отец Дионисий, священник. Но недели две возился с той колесом. Просто треба помолиться Иисусу, чтоб Иисус помог, и все будет легко. Нема ничего. Написано, все могу в укрепляющем Иисусе Христе Боге. Колесо будет качаться долго, около получаса. Да. Атмосфер, две атмосферы катаем, минимум. Я сейчас накачаем тут и проверим, как с той стороны идти. Ну? Надо помажем маслом. Ну? Так, подкатаем и проверим, чтобы та сторона диска ложилась ровно. Чтоб не закусывала ничего. Песок выковырять из нее. Ну? Подобно. Это не вам сильно? Хватал травы там на GS10. Да. Завтра прыскать богато. Короче, как вы бачили, ничего тяжкого тут нема. Чего тут нет? Катай. Вес покрышки 400 килограмм, да? Колеса. Да, колеса. Покрышка плюс диск. Колпачок у тебя? А? Колпачок. Да. Так вот сидит? Да. Так, что хочу еще сказать, мне тут, знаете что, это один момент в этом комбайне, повело, сейчас сниму телефон с штатива, короче, повело трохи денкрат, нечто думать треба, выравнивать его. Сильно повело его. Так, денкрата. Страшновато трохи, не буду обманывать. Но будем пробовать. Так, укручиваем клапан руками. Проверим колесо. Перехватись. Перехватись.
заскипать. Добро, мабуть. Так, и дальше катаем. Там никто колхозе не там вот здесь псы стояла. Значит, я не себе вообще позвал, мы хлы 20, чтобы поставить просто колесо на пизде. Ну, ты вашу. Что они придумают, что там? Хорошая заштопорил проволокой, чтобы не держать. Ай, колесо накатывает, накатывает вам две атмосферы. Надо. Но по книжке две атмосферы, два ампа. Будем катать, можно, два с половиной. Троечка, я думаю, уже богато будет. И... Что там? Короче, я накатываем колесо. Данное колесо устанавливается на комбайны. Гомсельмаш. Ну, как-то так. Что я еще хочу сказать подписчикам канала? Не треба там обзываться у видео. Бачу, много людей пишут плохие комментарии. Не треба это. Будьте просто людьми. Отойди, Бог. Ну, накатывается колесо, накатывается. Компрессор будет долго кататься. Сейчас спроси, у кого покрышка есть. Если у кого есть покрышка такая. 28.1R26 FD12. Короче, скировался К700. Если у кого есть, куплю. Пишите в комментариях, отвечу. Бо эта покрышка трохи не сильно добрая. Вот
сейчас здесь просто это не начнет распухать. На. Короче, катаем. Короче, потом включу видео, как вам устанавливают данное колесо, агрегат на самоходную машину. Короче, всем доброго дня. Короче, это второй день. Мы поставили колесо на... Где-то накоптали 4 атмосферы. Я бачу, как-то внутренняя сторона больше просевшая. Больше? Ну, все кажется. Джек. На. Будьте. На. Еще наверх подкатаешь. Колесо еще подкатать, чтобы было добро. И сейчас попробуем залезть. Спать хочу. Удутах. Завтра его запустим. Джек. На. Надо и загнать туда. Треба, чтобы еще по лестнице что-то было. На. Что на что не забыли, чтобы так вот подниматься было? На час 12, так уже. Так, сбоку, но. А что тут не пробили? Что ты хочешь? Вот что ж было. Первый. Я уже шизы слубать. Да. Короче, залазим, треба покручивать все. Вот комбайн мы не залезли. Завтра его заведем. Да, комбайна. Комбайн. Что? Что? А? Так. Спать хочу. Треба думать. Коробка передач, 4 передачи. Треба было бы сейчас садить ее. Бо потом в августе посадишь и будет какой-то стой. Ну, так, давай вылезем. Так, дальше. Надо с Марухой уставки везде, ну, да? Ну. Так, слазим. Пандянский не подтоп. Так. Стоп. Такий комбайнчик. Там человек там. Кто? Да. Як зовут его? Не знаю, понятно. Так, а что это упало? Провод коньяка. Это труба бачная, сорокная. Такие комбайн. Асташада. МЗ. Двигателями. Так, треба нам поставить измельчитель соломы. Как-то так. Такий комбайнчик. Так я тот, кто торчит. Странно. Треба поглядеть, что это такое. Так, обойдем по кругу. По кругу обошли. Комбайн. Я комбайн. Пережали колеса. Сейчас пройдемся, поглядим. МТЗ 80. Поглядим. Да. Так, это лахманчик наш. Джек нашелся. Джек. А я так и знал, что мне подъедет Джек далеко от поля. Может. А это новый канал. Где? Так. Поставил я. Поставил. Колесо треба вырезать. Вырезать это все. И короче так, и тракторчик. Треба тут нам сделать, купить. Поставить дозатор, чтобы стоял. Бо рулевая колонка это... Не сильно и добра. Сейчас поменять еще нам помпочку. Тут помпочка уже менялась, но тише помпочка, данная помпа тише. Придется менять ее. Получается, что тут у вас? Если менять ремкомплект,
Пишут люди, что тече. Лучше менять полностью с улиткой. Ну, поглядим. Тут зажав я все, осталось вырезать эту резину и можно начинать сбирать коробку, покраски. Завтра мы уже подниму кабину, помыю, подшишку треба ее красить. Тут что у нас? Тут таки трактор. Да. Вот он лёг лежит, это и собака, собачка такая. Сами поглядите, такая вот, такая вот, такая вот длинная. Пиджик. Так, потом что нам придется раскручивать тут? Тут два болта, и там. И расширять до конца. Чтобы эта вот ступица была на самом конце. За чего? Если колеса оставить СМТЗ-1221, будут кабину черти. Придется расширять их полностью. Дальше что тут? Ох, ты тяжко дыхать. Тут это тоже новую прокладку вырезать придется. Вот это вот вырезать новую прокладочку. Как было все добро, чтоб не было там ничего. Таких плохих инцидентов. А? Это сейчас куда лапа. Да. Как-то так, таки трактор. Короче, если кто еще не подписаны на канал, подписываемся, ставим палец вверх, комментируем видео. Но нечто сегодня утомился. Тут я тоже вырезал, как я говорю, резиновые из резины. Прокладки они лучше держат с камеры. Если ставить паранитовые, тече. А ты новые паранитовые, так вообще. Не прокладки, они такие тоненькие, что ничего не держат. Такую я вырезал и... Она... Да. Ужимая, как треба. Боковая колеса будет. Рычаг треба было зарабить. И набирать колеса будет. Вылазить. Тут треба такие штопор ставиться. Тут ужимается такой прокладкой. Тут пружинка ставится и будет регулировочным. И на повышающий, понижающий редуктор установить. Короче, как-то так. Короче, когда я его разбираю, не знаю еще. Времени просто нема, это тяжко. Так. Поставил масло на радиатор, мыл. Как-то так. Так, что еще хотел сказать. Завтра, может, сниму видео, как буду заводить комбайна. Его треба перегнать. Его просто приехали. Приехали на нем и ни разу не заводили. Так вот пригнали его, подставили. Уже сколько месяцев прошло. Так, в апреле, мабуть, пригнали, в марте, не помню, так, короче, апрель, май, июнь, июль. Короче, 4 месяца прошло, его еще не заводили. Как пригнали, так и поставили. Короче, что хочу снять, сейчас покажу видео. Сегодня закроем, чтобы куры не выходили сюда, бо тут еще заградили, но там снизу треба выливать такой фундамент. Почва неровная была и такие от земли поднята. Ездили сегодня прыскать в картофель. Фунгициды, инсектициды давали и там макроудобрение. И трохи поломался прыскач. Короче, сломали форсуночку. Сломали форсуночку. Треба приклеить и поменять. И... Так что тут еще была поломка какая-то. Где-то она. Короче, загубилась такая
крышечка, две даже штуки выкрутились от працы, и пошло шланги вставить там. Вот они, заглушки. Там бим, белый бим, серое ухо, тяг там. Треба как-то глушитель сделать у мази. Маз. Сельхозник его красить, треба полить. И ржавее. Это маз. Ну и покраска просто это вот. Мазы красить вообще. Завода плохой краской. Нет, тут не то, что краска, маз ездить по грязи, он мало мыется. Из-за этого он ржавее. Например, легковая машина мыется чаще, чем маз. Маз ездит еще и по таким дорогам разбитым, оно песок налепо и ржавее, потом гниет. Кожа нам треба будет на днях. Зачистить это все, эту ржавчину. Вот дверь, видите, ржавеет, это же гниль. Если тот не справится, сгниет быстро. Сейчас только ржавчина пошла, эрозия. Железо. Это надо зачистить, покрасить и обработать. Как-то так. Тут кузов тоже. Это все. Треба зачищать. И вот эту краску. И красилась до нас. Простой краской мазал у них-то. Вот так мазал, мы вообще и так не помазали. Хочу треба как-то эту краску старую, слой такой толстый, то все зачистить, то ржавчину покрасить, как-то этого маза. Так проржавел. Когда мы купляли ржавчины, вообще, можно сказать, не было такой сильной. Я вот постоял полгода. Поглядите, как ржавчина пошла, ржавее быстро, быстрее, чем думал. Как-то так. Пиктор актив носили недавно. Так, сейчас побачим ДВ, что тут у нас. Так, что это производство БАФС. Димоксистробин плюс болискалит. Получается 200 грамм плюс 200 грамм борискалида. Короче, по картофелю прыскается, по рапсу от гнилей. Короче, везде применяется, чтобы гнили. Картофель только пера нас по альтенарио держит. И гнили. Фитофтороз, например, не держит. Как-то так. Ну, все. Заканчиваю видео. Если кто еще не подписался на канал, подписываемся, ставим палец вверх, комментируем видео. Так. Так, помыть его треба, это трактора. Разный весь. Тут что он так, чего он так куда Леша опустил, не знаю. Так, тут колесо треба накатать, спустилось с этой мотопомпы. Треба навесы робить, все стоит на улице, это плохо, оно ржавее. Могло бы стоять под навесом, времени просто нету. Нету времени, просто и ремонтировать у поля тяжковато. Який создать. Треба молиться, чтобы помог Бог срабить навесы нам. Все могло в укрепляющем Иисусе Христе. Написано, треба молиться и срабить как-то, чтобы все поставить под навесы. Как-то так. Колесо заклеить и там прицепы, я никак не могу, уже полгода прошло. На осень треба будут прицепы, колесо пробито. И шланг никто скрутил уже. Как-то так. Короче, всем пока. Вы были на канале YouTube. Как-то так. Кабину. Сейчас покажу кабину. Хочу красить, на трактор ставить. У нас есть такая кабина. Ну, я думаю, ту и вторую ставить. Сейчас покажу ее.
Вот она стоит. Так, заросло тут. Ты мусора. Нету времени поубирать. Прошу, вот эта кабинка у нас вторая. Кабина прицеленькая, крылья заводские, наверное. Нигде ничего не гнуто, не рвато. Думаю, завтра подсоединю, время будет. Ку нам подвезу и помыю, и треба ее зачистить и покрасить будет. Ту кабину. Кабина довольно в неплохом состоянии. Кабина неплохая. Зачистим ее. Ставить на трактор будем. Как-то так. Как-то так. Ну все. Всем пока.